Всем привет, ребята. Привет. Маргош, привет. Маргош приболела у нас. Помаши ручкой, ребята. Помаши ручкой. А мы сейчас будем Ксюшке расплетать косички. У нас что-то все немножко приболели. Каролина сегодня очень сильно кашляла. Сама будешь снимать? Да рви их все. Не нужны. Просто рви. Дыши хорошо, хорошо. Не быстро, дыши нормально, но старайся вдыхать прям хорошо. Сегодня очень сильно кашляет. Тебе тоже сделаем, всем сделаем. Каролина уже подышала. Посмотрите на нашего пуделька. Пуделюк Ксюша, как ей идет? Ну-ка, посмотри сюда. Ксюнечка, потряси своей гривой. Это львиной. Такая прикольная. Болеют, но я стану фермус Лео. Не болит голова? Не чешется? Ну, ты проходила почти месяц. Что? Вкусно пахнет. Можно мне? Он такой перламутровый. Я хочу вот этот добавить. Мятный. А мне почему-то мятный не очень, не знаю. Мне вчера я вот в машине намазала себе руку, у меня голова так потом болела. Ну да, мятный. Нет, да, я просто обожаю его. Мятный? Нет, да. Мне что-то не очень понравилось. У меня голова аж разболелась. Так вот очень. Или я много намазала? Да, потому что, наверное, много намазала. Сильно прям так. Ну вообще-то много не бывает. Много не бывает? Это уже долго я тут сижу. Папа знает, тебе сказал папа 15 минут. Ну там почти все. Ну сейчас как раз закончится и все. Дыши, дыши. Каролиночка у нас тоже болеет. Она сегодня утром даже говорить не могла. У нее голоса не было. У меня совсем голос. Да, она какая? Вообще говорить не могла. Такой страшный какая? Кашель был. Тебе налит? Чуть-чуть, ей много не надо. Все. Да. Все. Солененький. Специальный раствор. Теперь нужно масочку помыть, потому что потом Ксюшка будет сейчас. Сейчас Ксюшка будет следующий на очереди. Все. Следующий на очереди. Ну как? Нормально? Ксюшка так уже дышала, когда ей было 3 месяца, она болела бронхитом. Я в больнице с ней лежала. Лежали мы в больнице, и каждый день мы ходили на ингаляцию. А, ты начала заново? А почему? Нет, все, больше. Демо закончилась игра? Играем в Лего. Интересная игра, кстати. С динозаврами. Маргуша лежит. Ты как? Что-то ты горячая. Не холодно. Знаешь, у тебя температурка поднимается, надо выпить сиропчик. Смотри. Ксюша, ничего. Мама, я с утра до вечера с пижамой сижу. Ну так, лежишь все время. Сейчас будем кушать. И так вот просидели целый день дома. Никуда сегодня не ходили, думали сегодня, может опять поедем в какой-нибудь магазинчик прогуляться. Не получилось, все болеют, все кашляют. Выздоравливайте, давайте все, чтобы завтра прям вот
хорошо себя чувствовали. Понятно? Знаешь, как началось? Установку себе такую давай. Не лежи, не говори, а я болею. У меня все болит. Наоборот, себе говори сама, что ты выздоравливаешь, что ты поправляешься. Понятно? И тогда ты точно поправишься. Папа кушать готовит. Ну, ротик закрываешь, вот себе в тарелку ты кашляешь. Рита! Еще горячая. Кушай. Мне холодно. Холодно, сейчас покушаешь. Все четверо заболели. Ну, вообще Максу уже лучше, потому что самый первый заболел Макс у нас. Самый первый, он у нас стал температурить. Да, ты уже не болеешь. Ребятки, всем привет. У нас уже второй день. Вчера себя так плохо все чувствовали. В общем, я не стала продолжать снимать влог. Че, кашляешь еще? Вот. Да и не стала выкладывать вчерашний день, потому что он был такой коротенький. Там совсем мало снимали. Поэтому сегодня продолжаем. Маргоша, температура вчера была, сегодня нету. Опять температура поднимается. Спать хочешь? Холодно? А Ксюшка волосы помыла. Ксюше не понравилось кудрявой быть. Тебе не понравилось? Тебе понравилось кудряшки? Не хочет она с кудряшками ходить. А мне понравилось, прикольно. Когда трогаешь, так напоминает собачку. Пуделька. И Маргоша у нас спит. Не знаю, завтра пойдет, не пойдет в школу. Играет в футбол. Кто с кем играет? Ты с папой играешь? Да. И кто выигрывает? Папа. Мимо. Каридито. Ксюшечка ухаживает за Маргариточкой. Да? Укрывает ее. А еще сиропчик принеси, Ксюша. Я тоже что-то так спать хочу. А, ты не хочешь спать? Да? Давай пойдем спать. Я спать хочу. Я, по-моему, тоже приболела. Ксюш, ты в этот шприц набери. Набрала? Синко? 5? Да. Ксюшечка, Маргош, открывай рот. Спасибо. Я верна. Нет, ты нет, Маргарита заболела. А я? Нет, ты нет. Маргарита. Девочки, спать. Завтра школа. Маргош, как поспала? Как поспала? Нормально? Температурки нету? Температурки нету? Что ты лезешь? Давайте завтра в школу вставать рано. Нет. Да, но если температуры не будет, значит в школу пойдешь. Он купил эти штуки. Какие? Вафельные штуки, где шоколад наверху, потом такой маффин, где изюм и, наверное, цукаты. Угу. И... Чем ты мажешь? Белю. Мне это больше всего нравится. Мне тоже. Ну, есть еще, который вкуснее. Угу. Я здесь написала кокоснус, это такой кокоснус смуди. Угу. Все, спокойной ночи. Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сегодня у нас опять не получилось наснимать нормально. Угу. Вот так вот. Ну, в общем, все, что насняли, все, что засняли, то и покажем. Сегодня я что-то устала, так поспала. Аж сколько часов я спала? Два. Часа два спала. А другие где штучки открутила? Ну, давай. Спиннер. Это уже не популярный спиннер. Ну, он может 85 секунд, а это только 9. Хорошо. Все, давай, спокойной ночи. Все, пока. 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 Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока, ребята.